Ежегодно 25 мая в России отмечается профессиональный праздник – День филолога. Это особый день для всех тех, кто неравнодушен к словесному богатству, и для тех, кто так или иначе связан с этой наукой. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось торжественное мероприятие по случаю праздника. Присутствовали также иностранные гости. Одним из них стал Балван Сингх, директор Партапского педагогического колледжа Индии. Международные связи крепнут и развиваются, а эта коллаборация послужила толчком для выстраивания отношений и с другими университетами. Этот день очень важен, как отец и мать для этого института, поскольку институт филологии, филология является базой и основополагающим чем-то. Поэтому, конечно, день очень важен. И поскольку в институте обучается много иностранных студентов, то праздничная программа велась на различных языках. Были организованы интерактивные конкурсные площадки, фразеологизмы, крокодил, творческие номера от студентов и концерт. Празднование этого дня демонстрирует ценности института, прививает их молодому поколению, студентам-филологам. День, потому что все мы здесь как-то относимся к филологии. Мы преподаватели английского языка и других различных языков. И, конечно же, являемся частью этого мероприятия, как главные участники. Напомним, что День филолога ежегодно отмечается в Институте филологии и межкультурной коммуникации с большим размахом, и этот год не стал исключением. Диана Агнес, Фарид Захитуглы, Универньюз.